Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go! Здравствуйте, мои дорогие! Динечка, что надо сказать? Привет, друзья! Вы на канале? Baby Go! Друзья, рядом с музеем-заповедником Абрамцево есть загородный отель. Называется он Галерея. И на его территории есть мини-зоопарк. Да, Динечка? То есть сюда можно приезжать с детишками. Тут всегда есть чем развлечься. Динь, давай друзьям покажем мини-зоопарк. Пойдем? Пойдем, зайчики там есть, да? Козочка или козлик. И еще еноты. Только давай через площадку пройдем, покажем, какое-то есть классное сооружение с водичкой, да? Здесь на детской площадке есть классная конструкция с водичкой. Динь, пойдем водичкой польем, да? Водичкой. Давай. Вот такая штука. Смотри, Дениска, тут есть желобки, в котором вода течет. И дырочки, через которые попадают другие желобки. И сливаются в итоге в песочек. Здесь вот кнопка есть. Сейчас мы ее нажмем. Оп. Что происходит, Динь? Выливается водичка, да? И вот, смотрите, побежала. Вот дальше сюда сейчас, Дениска, смотри. Сейчас она вот сюда польется. Вот, сейчас наполнится на нужном уровне. Потечет дальше. Смотри. Иди, потрогай. Вот. И сейчас она дальше, смотри, в дырочки вот сюда польется. Нам надо дождаться, когда в те же лапки поплывет водичка. Давай еще подбавим, да? Давай еще добавим. А туда низа не долилось. Вот, побежала. А здесь мы камушком заткнули, поэтому не попадает, смотри. Сейчас здесь наберется. Вот, смотри, Дениска, и последний желобок, побежала водичка. Побежала водичка. Побежала, да. И сейчас она будет сливаться в песочек. Да. И видишь, что он, правда, со всех щелей сифонит? Вот такая классная конструкция. Ну что, пойдем зверюшек посмотрим, Дин? Мы на входе, да? В детский зоопарк. Смотри, что здесь есть. Фермерская школа, сад-огород, детские площадки и животные. Пойдем. Давай, в поисках кроликов. Целый квест у нас с тобой. Кролики. Они все попрятались? Зови их. Иди сюда, да? Пойдем искать. Денис, вон, смотри, черный кролик. Иди догоняй. Только не бей его, погладь. Видишь, какой шустрый, Денис? Да. О, смотри, какой выбежал. Ну все, спрятался, да? Найдем. Всех распугал. Вот он побежал. Привет. Привет, друг. Дэн, все, видишь, от тебя драпает. Ты медленно к нему подходи. Пойдем енотиков посмотрим, Динь. Динечка, ручки не суй к енотику, он может укусить. Видишь, он недоволен, проявляет агрессию. И свое возмущение, что мы потревожили его покой. Второй к нам идет, смотри. Привет! Такой смешной. Денечка, хочешь такого дома заведем? И на самом деле такие животные должны жить на свободе. Не дома. Вот второй пришел, друг его. Он какой-то более заинтересованный. Нюхает воздух. О, какие у него зубки, ты видел? Он что-то хочет сделать с потолком. Хочешь вот этого Нину посмотреть?
Вот этот, смотри, вон он. Видите меня? Помаши ему ручкой, скажи привет, друг. Смотри, не тяпнет? Дэн, у енота есть родственники. Их называют носухи. Но здесь носух нет. Енот полоскун. Очень забавный зверек. У него такое название от того, что он любит в воде ковыряться и как будто лапками полощет. Поэтому енот полоскун. То есть он у нас стиральный енот, любит стирку. Смотри, какой здесь павлин есть, Динь. Иди, не посмотри. Кричит. Не кричит. Павлин не кричит. Иди поближе, посмотри он на павлина. Не страшно, он не кричит. Давай вместе с мамой. Он потихонечку. Не бойся. Он, видишь, так заинтересованно смотрит. Он тихий. Видишь, он молчит. Это не крикливый павлин, Дениска. Пойдем. Козлика посмотрим. Козлик. Кто там? Клеточка. Козлик. Козлик? Привет, козлик. Сикнул спиной. Не хочешь показываться. Друзья, с вами был канал Baby Go. Мы продолжаем наши экскурсии по паркам России и музеям-заповедникам. Мы были в загородном отеле, галерея, да, Динь? Да. В детском зоопарке. Динечка, какой с вами был канал? Ставьте на пальцы вверх. Да, оставляйте свои комментарии. А мы ненадолго прощаемся. Ненадолго прощаемся. Пока-пока, друзья. Пока-пока. Поделюсь.